Друзья, а пока идет мотоциклетный сезон, Антошенька там занимается вторым фордом. Пойдемте узнаем, что он там делает. Ой, а что это мы тут делаем? Да все тоже, Василий. Рассказывай. Меняем ГРМ с помпой, с сальниками на Ford Focus 2 1.6 столовый. Так, отлично. Вот он вот так вот выглядит. Да. Вот такая вот. Вот что помпочка. Я хочу сказать. В этом моторе я не первый раз, а второй. Ты в него входил уже до этого? И входил, и выходил. Ага. Вот. Короче, вот эта помпа фирмы Conti Tech. Угу. Вот. На этой помпе машина прошла где-то 70-80 тысяч. Угу. Не больше. Не больше. Да. Хотя я на своем автомобиле помпу менял раз в 100 тысяч. Ни хера себе. Ну да, 90-100 угу. тысяч вот ГРМ я менял. Хотя завод-изготовитель регламентирует 160-140 тысяч. Угу. Ну, они умеют. ГРМ. Да. Они умеют. Но что я хочу сказать. Вот за, скажем так, средний пробег 80 тысяч после угу. замены помпа, все, она свистит. Угу. Прям... Еще не свистит. Это посвистывает. Ну, посвистывает, вот. Да. Просто свист для меня это... Ну, да. Вот. Просто сейчас, как бы, это еще до всех февральских событий. Да. Да. Угу. Тогда еще, как бы, запчасти особо не подделывали. Угу. Но вот эта помпа, вот у нас, вот. 18-й год. Где там у тебя камерка? Вот. 18-го года. Вот эта помпа отходила 4 года по сроку и 80 тысяч по пробегу. И что ты думаешь? Ай-яй-яй. Ей все. Абсолютно, да? Да. Антоша только а так. А вот Пашка, помнишь, приезжал с утра? Помню. Да. Вот вроде помпа нормальной фирмы, СКФ. 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 Отходила 13 тысяч и 1,5-2 года. Потекла? Ничего себе. Как прям женщина, когда вот уже... В хорошем состоянии после бутылочки вина. Нет. Как в эти дни. Вот так вот потекла. Вот так потекла, что требует себе. Замены, Василий. Вот это что да. Что сейчас происходит с качеством запчастей? В связи с тем, что все подорожало. Ага. Сейчас очень сильно распространены подделки. Подделки. Да, но мы сейчас с тобой говорим о том, что мы ставили детали тогда еще, когда да. не было все так обострено. И подделки были на минимуме, и ставили нормальные запчасти, и что мы думаем? А что мы думаем? Ты что? Василий. А я а что? Ты а что надо сказать? Короче, ребят, те детали, которыми я пользовался раньше, теми фирмами, к сожалению, за последние два года они не выхаживают тот срок, который они выхаживали раньше.